Дорогие сподвижники и сподвижницы, приветствуем вас на 5-м ежегодном съезде нашей квир-коммунистической партии! Первые 5 лет нашего движения были трудными, но мы прошли их и прошли их с успехом! Но несмотря ни на что, несмотря на окружающую враждебную, капиталистическую, сегрегационную и прочую действительность, они нашли друг друга, они встретились. И нашли способ не просто быть вместе и сплотить всех нас вокруг себя. Они нашли эффективный способ взаимосуществования. Не взаимозачета, прошу заметить, а взаимосуществования. И сегодня наши первопроходцы подведут для нас первые итоги пятилетки. Итоги первой пятилетки. Просим вас, Оксана Шаталова, Георгий Валерьевич, Арсений Антонов. Входим, товарищи, входим, сюда выходим. Да-да, выходим. Пожалуйста, отчитайтесь. Отчитайтесь перед сподвижниками. Да, сейчас вспомню. А, мы выпустили 3 книги. Мы сделали 147 событий. И самое главное, хотя все предыдущее тоже было самым главным, у нас работают самые лучшие, самые умные, самые креативные и самые ответственные люди. Самат и Эджибек. Молодцы! Да. Первой пятилетки! Ухнем! У нас же сегодня не просто встреча, да, не просто съезд! Ухнем! Да, у нас же сегодня праздник, друзья, праздник! Господа и дамы, товарищи, товарки, киборги, собачки, не определившиеся! Ухнем! Ухнем! Идите все, ставьте на потом! У нас много тостов! У нас много тостов! Следующим тостом, пунктом выступления зачитаем послание нашей квир-феминистской ячейки. Они не смогли присутствовать, но прислали нам напутствие. Хорошие ребята. Добрые. О предназначении женском дискурс узусом кричат. А вот о мужском предназначении подозрительно молчат. Где же биоцентр у мужчины? Ум или... Молчат века! Видно, Бог и херувимы совещаются пока. Это еще не все. Это предисловие. О,
твой инстинкт, о материнский женщины программный код, доказательство приматы для личинки нематод. Но есть еще женская логика, природы плохая затея. Ну, кто-нибудь видел тлю с логикой? Улитку, амебу, протея? Товарищ, кто есть видел, нет? Не видел, тут стоит задуматься, мне кажется, задуматься, не просто так поддержать. Так, все задумались и потопали. Вот борец с патриархатом догме объявил войну. На прогресса путь наставил прежде темную жену. И теперь с работы мужа вся в прогресс погружена, ждет не комнатная клуша, а эмансипе жена. За эти золотые слова... Ухнем! Товарищ, по чуть-чуть, товарищ, ну что вы, я не знаю, присосались. И теперь важным пунктом нашего съезда, необходимой его частью, надо заметить, является проявление радикального воображения. Приготовьтесь все, приготовьтесь. Радикально сейчас надо проявлять. Вот это радикально, да? Радикально проявляем. Так как нам надо составить планы на ближайшую пятилетку штаба. Пожалуйста, с вас начнем. Ваши предложения на ближайшие 5 лет. Чем, по-вашему, должно заняться движение квир-коммунистов? Ленью, гендерной ленью. Гендерной ленью. Гендерной ленью. Так, пожалуйста, вы. Товарка, ну что вы стоите? Вы улыбаетесь, вы, наверное, придумали уже. Да, товарка, давайте. Квир-танцы. Квир-танцы. Очень хорошо. Вы настраивались, пожалуйста. Что вы можете предложить? Квир-бассейн с блёстками. С блёстками. Отлично. Пиши через я. Так, опоздавшие, ваши предложения. Какие предложения на будущее, ну? Вы согласны с квир-танцами? Ну, это понятно, с квир-танцами все согласны. Ваши предложения. Они не ухнули, хорошо. Кто не ухнул? Вот, пожалуйста, давайте, вы присосавшиеся. Мало того, что опоздали, еще и не ухнули. Пожалуйста, какие предложения у вас? Я считаю, нужно экспедицию на Марс сделать. Отлично. Хорошо. За это предложение ухнем. Ухнем! Ну что же, можно смело утверждать. За прошедшие 5 лет очертились очертания. Обусловились императивы и сегрегировались границы самого этого понятия квир-коммунизма. Наконец мы сами понимаем, что это такое. 5 лет. 5 лет. Придумали и наконец придумали. Сподвижники, за это ухнем до дна! Алекс Мошкин. В партии квир-коммунистов состоишь? Состою. Сколько лет?
Один год. В какой ячейке состоишь? Не знаю. Так, кто главный? Кто главный? Вы главный? Нет, я не главный. Кто главный, говорите? Георгий Мамедов. Какой Георгий? Кто Георгий? Так я не поняла, где вот это, серо-буро-малиново, вы, вот это что такое? Вот это что? Я говорила не писать? Вот это что, читайте? Быть квиром... Громко читаем, да, четко, ясно! Быть квиром значит быть коммунистом, поскольку коммунизм – ключевое условие снятия гендерной нормативности. Только упразднение частной собственности, низовая демократия и общественный контроль над распределением глобальных ресурсов позволят переформатировать поэтические категории гендера, пола и сексуальности. Структурная связь патриархата и капитализма... Громче не слышно! Структурная связь патриархата и капитализма стала особенно явной сейчас, в период неолиберальной реакции. Чем более циничные формы принимает капитализм, тем более агрессивным становится патриархат, использующий семейные ценности в качестве манипулятивного подспорья. Фамилия, имя, отчество? Георгий Мамедов. Георгий Мамедов! Ёб твою мать, по-русски мне объясни, что здесь написано! Русским мне, служивому человеку, русским языком, что здесь написано? Отвечай! Написано, что вы пидоры. Кто пидоры? Кто? Все пидоры! Все пидоры! Всем тишина! Чей компьютер? Пройдите сюда! Давайте сюда! Это ваш компьютер, я спрашиваю! Это ваш компьютер! Грызем назвалась, полезай в лукошко! Твой компьютер! Ваш компьютер? Нет, не мой. А что за видео на нем творит? Что за видео? А мы сейчас громче отвечай! Мы сейчас посмотрим, что за видео. Не знаю, что за видео. Не знает она. Сейчас увидим. Все внимание на экран! Всем привет, тишину! Из города, в университете которого учился Ницше. Из города, в котором находится штаб-квартира фонда Фридриха Эберта, который поддерживает штаб. Поэтому штаб отсюда с юбилеем. Квир-прекариат всех стран, объединяйся. Да здравствует квир-коммунизм. Ура! Ура! Штабу 5 лет! Ура! Дорогие коллеги, милые друзья! Креольский центр поздравляет штаб с 5-летием вашей славной институции. А мы хотим пожелать вам, чтобы та эмансипация воображения, которую вы практикуете, заводила вас все дальше и дальше в какое-то невероятно светлое квир-коммунистическое будущее. Вот вам отсюда не видно, но Руфь тоже передает вам венский и трансаксианский привет, машет лапкой. И мы вам желаем, чтобы то невероятное количество проектов, которые вы успели сделать за эти 5 лет, продолжало увеличиваться... квир-коммунизм Юнайт. С креольским приветом. Съемка, пошел. Привет штабу, привет всем, кто меня слышит. Мы только что закончили семинар по сапатизму, на котором мы обсуждали разных героев из космогонии сапатизма, из... то есть таких персонажей, как жучки Дурита, как улитки, как всевозможные квир-святые и прочие кротики и прочие существа. Я желаю вам, чтобы вы точно так же холили и лелеяли всех своих существ, любили их, и квир-коммунизм распространился на весь мир и за его пределы, в другие галактики, к квир-будущему. Ура! Пишу. Друзья, привет! Дам вам любовь и нашу дружескую руку из самого сердца ДК Розы. Да здравствует квир-коммунизм! Московский привет всем штабовцам! Товарищи,
Поздравляю вас с успешным преодолением первой пятилетки. Даешь вторую, даешь третью, даешь десятую. Конечно, до победы еще далеко, и нам предстоит еще... Так, это кто? Кто это? Пароль, имена, явки. Да, да, Сережа Лысенко. Адрес? Ну, в Москве сейчас живет. Ваш товарищ. Какой наш товарищ? Мне тут не приписывай товарищи. Ну как? Предыдущие товарищи откуда? В смысле, какие? Те. Предыдущие товарищи откуда? Где у них штаб-квартира? Ну вот эти, которые перед ним были, из Петербурга. Да, перед ним. Да, записывай, Петербург. Да. А перед ним Алматы. Алмата. Да. А та представилась. Представим. Дальше смотрим. Решающая битва с мировым невежеством, ханжеством. Но я верю, что идеи квир-коммунизма рано или поздно постучатся в умы каждому жителю планеты, и сердца их раскроются навстречу светлому будущему. Ура, товарищи! Ура! 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 Агенты по всему миру, они тут готовят революцию! Всем встать! Суд идет! Где мой стол? Так, проявим уважение к суду. Присядем. Присядем, что вы все стоите? Суд пришел. Почему стоим вообще? Почей. Так, присядем. Продолжается слушание по делу движения «Квир коммунистов против окружающей действительности». Сколько можно идти вот уже сегодня? Вызывается первый свидетель со стороны защиты. Первый свидетель со стороны защиты. Здравствуйте. Здравствуйте. Что можете рассказать? Защиту окружающей действительности? Защиту, да. Вы же со стороны защиты, верно? Да, сейчас мне надо сосредоточиться. Ну, хорошо, давайте сосредоточиться. Показания со стороны окружающей защиты в действительности. Приглашается свидетель со стороны обвинения. Здравствуйте. Что можете сказать по данному делу? Кач! Прекратите, пожалуйста.
рублей за разрушение семьи. Машины по перерабатыванию грибов. Машины по перерабатыванию людей, грибы. Эй, альфа, бета, гамма, самец. Готовься. Тебе пришел, товарищ, пиздец. Мир коммунизм. Thank you.
делать темно. Ну, включите свет, вы же рядом со светом. Ну, имейте совесть. Надо помогать. Ну, спасибо, девочка. Работайте, Александр. Хочешь, сделай хорошо, сделай это сам. Подготовьтесь, пожалуйста. Переходим к торжественной части. Переходим к торжественной части. Давно уже пора от слов к делу, правда? Вам повезло. Итак, красивые золотые слова. Золотые слова. Кому нравится, поднимите руку. Это наше движение. Нет, не опускайте руки, держите. Мне нравится. Держите. Теперь те, кто мужчины. А вы что там? Кто определился, и он мужчина. И сделаем шаг вперед. Кто поднял руки, кто согласен, и мужчина. Встаем, делаем шаг вперед. Вы же были согласны, что вы? Выходите, вставайте, делайте шаг. Кто сказал, что я мужчина? Он не определился. Самый давайте уже. Сзади там есть желание. Вы согласны? Давайте. Да. Вы мужчина? Нет. Так, сейчас выходим. У нас мы будем дарить подарки. Да что вы такие скованные? Мы хотим вас наградить. Пожалуйста. Давайте сейчас не определили. А можно вопрос? Потом. Поднимали руку. Вопросы в конце съезда. Давайте. Отлично. А? Ну что ж. Так, вот тут светит, надо прикрыть. Ага, да. Прикройте, будьте добры. Спасибо, мужчина. Итак, чтобы перейти от слов к делу, сегодня вы пока прикрепляете, да. От слов к делу, мы решили сегодня нашим движением учредить общество добровольное, общество самоуничтожения мужчин. Да! Первых добровольцев мы наградили памятными значками «Мужчиной быть стыдно». И сейчас самый смелый из них совершит акт, я знаю, это он, совершит первый добровольный акт самоуничтожения. Поддержим сподвижные психотерапии. Начинайте. Где петля? Не так просто. Не так легко. Хорошо. Сейчас мы проверим. Так, сейчас проверим. Суперновая техника должна проверить, как прошло самоуничтожение. Лукавите, лукавите. Не до самоуничтожался немножко. Идите работайте, у вас впереди 5 лет. Через 5 лет проверим, кто получил памятные значки. Вы видели пример? Вы знаете, куда двигаться. Подведем итоги 30-го юбилейного съезда нашего движения квир-коммунистов. За прошедшие 25 лет с нашей первой пятилетки
А некоторые из нас еще на ней присутствовали, некоторые помнят, как это было. Перед нами стояли... Я вас перебью, простите, у меня там матка искусственная рожает, я не могу. Да, правда. конечно, пожалуйста. Поздравляю вас с праздником, до свидания. Спасибо. Удачи нам. Я стану матерью! Повезло мужчине, да? Как же радостно за нее. Итак, за него. За прошедшие 25 лет с последней, то есть с первой пятилетки, можно сказать, нами выполнены и перевыполнены все наши планы. Национальность растворилась среди людей. Уже мало кто помнит даже о самом таком понятии. Крови мырков и крови королевских, крови королевские. Королев, ну, некому подсказать. Смешаны. Исчез институт семьи. Наконец-то. Сегодня мы смело можем сказать... Давайте еще раз похлопаем. И со слезами на глазах я могу констатировать, что нашим вождям за нас не стыдно. Давайте же растворимся вместе с вами после исчезновения всех признаков, каких бы то ни было. Растворимся с вами вместе, единым целым, в нашем светлом квир-коммунистическом наследии.